О, боже! Что это за существо? Интересно, они не сломали детям психику, пока снимали это? Серьезно? Оу. Оу! Как он смог открыть рот так сильно? Ребята, помните, в одном из моих видео я нашла канал Вики Алекс и познакомила вас с ним. Так вот, недавно я зашла посмотреть, как же у нее дела. Я была в шоке. Вы только прикиньте, она залезла в школу, охранник ее заметил, и она пыталась от него сбежать. Там охранник, парта, преграда. В следующем видео она хотела приготовить блинчики, но начался какой-то ад. А если вы хотите узнать, поймал ли ее охранник и приготовила ли она блинчики, смотрите сами. Это жесть. Ссылка на ее канал в описании. Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать в... Запутались пальцы, упс. В общем, в этом видео я с вами, мы сегодня вместе с вами посмотрим страшную, жуткую, ужасную рекламу. Явно будет что-то очень непредсказуемое, будет много скримеров. А может их вообще не будет, это же реклама, блин. Она должна как-то привлекать людей, да, к товару, который рекламируется, а не наоборот отталкивать. Это комментарий вот там, вот чуть-чуть пониже, вы видите комментарий. Или вот там. Короче, где-то вот ниже меня вы видите комментарии без лайков, которые попали в это видео. Хотите, чтобы ваши комментарии попали? Конечно же, комментируйте. В общем, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. И теперь самое время реагировать. Вот. Оу, щит, за ним туда гонится. Фу, вот эти вот леса. Как он вообще сюда попал? Он не выглядит как похищенный. О, сейчас повернется и там будет этот человек, да? Сейчас, все будет. Так и знала. Ну ты не страшный. О, боже, это телефон? Пренебрежение нашими предложениями будет преследовать тебя. Это что, угроза? Почему ты мне угрожаешь? Это реклама телефона, блин. Ощущение, как будто это реклама, это как трейлер какого-то фильма. Даже с переводом. Да, я иду в душ. Окей, пока. Я буду озвучивать вам. Так легче. Вообще милая. Но сейчас начнется какая-нибудь дичь. О, боже! Сидишь такой, да? Стоишь такой в душе, моешься, да? Спокойно, нормально вроде все, да? Тебе вообще, ну, круто, ты такой чистенький выйдешь. Может, а там женщина сидит незнакомая что, в твоем душе, в твоей ванной. Что она там забыла? Не делай этого. Не делай этого. Боже мой. Нет, ни разу. Чего? Не поняла. Какие странные дети. Какие-то испуганные все. О, боже! Что это за существо? Интересно, они не сломали детям психику, пока снимали это? Серьезно? Оу. Как-то это, знаете, как-то это не очень. Было бы логичнее, если бы это была какая-то социальная реклама, потому что, ну, типа, жестокое обращение с детьми, как вы выглядите в глазах детей после этого, да, но по-любому это будет реклама машины, вот, например. Реклама свитера на мальчике. Какими видят нас наши дети, когда у нас похмелье? Оу. Фактически я сказала то же самое. Могли нам изменить наше поведение. Хорошая реклама, хорошая. Ну, практически я угадала тематику. Чего они даже не моргают? Если без ней моей глянцевой кожи, и тому, как я сияю. So фу, это что, реклама сметаны какой-то? Чё это такое? Кефир? Нет, не кефир, слишком густой. Типа, о боже, я сам себе? Мороженое! Она делает меня легким на подъем. Я прыгаю от одной деятельности к другой.
Я люблю свою работу. Я люблю свою жизнь. Когда вы едите мороженое Little Babies, вы будете подмигивать и кивать, и обнимать, и давать Петру. Это очень странно. Это не особенно, это больше похоже на рекламу каких-то, не знаю, наркотических препаратов. Мне кажется, именно это и употребляли. Именно это мороженое употребляли создатели перед тем, как сделать рекламу. Если ты... Ого! Пойдешь... Какой-то фильм напоминает. В лес? Сегодня? То не стоит ходить. Если ты пойдешь в парк сегодня, то не стоит ходить. Логика. Я, кстати... Я вспомнила, что за фильм мне напоминает. Напоминает мне фильм «Зловещие мертвецы». По-моему, «Черная книга». Или как-то так называется. Или что-то подобное. Ну, в общем, там девку также вот эти вот корни вот обхватили, бедную. Тут то же самое происходит. В одиночку. А, в одиночку? Ну, ладно, хорошо, я не одна приду. Оу. 13. Я слышала про эту рекламу. Это реклама вроде бы канадского парка развлечений или какого-то... Канадского парка развлечений или что-то вроде этого. В общем, это парк развлечений. Типа он такой очень жуткий. И реклама не менее жуткая. Газировка. Господи, это угарная реклама. Не думаю, что она страшная. Я в своем видосе, в одном из видосов, когда еще с Кариной снимали прошлым летом. И, в общем, я так же ползала. О, боги. Поется It's Like Snake. Оу, как он смог открыть рот так сильно? Как змея, они же сразу же съедают полностью свою жертву. О. Я бы на его месте просто бежала. Супервак берет Бургер Кинг, ешь как змея. Выглядит как, знаете, эти страшные пользовательские видео, которые на телефон как будто, знаете, снимали, да? О, еще и от первого лица. Я такое не люблю. Сколько еще можно? Если это вся реклама, то ладно. Блин, напряг. О, нет! Кто там будет? О, боже. Это реклама дверей, замков, по-любому. Ладно. Тоже не так страшно. Да нет, это страшно на самом деле. Что? Это реклама Макдональдса. Вот то, что сейчас было, это была реклама Макдональдса. Я больше не пойду туда никогда. При хорошем раскладе должна стать шеф-поваром в следующем году. У меня есть потрясающий жених. Но мы не поженимся на этих выходных. Потому что я сейчас стану жертвой несчастного случая. На самом деле, мне стоило бы выселить ту ужин. А мы не стали... Оу! О, боже! На самом деле, несчастных случаев не бывает. Мне, блин, жалко, не объясняют, что рекламируют-то в этом ролике, но... Боже мой! Она такая жуткая. Или это он? Напоминает, знаете, подборки психоделичных роликов, созданных психопатами какими-то. Это то же самое. Когда препод пошутила, тебе нужна пятерочка. Сердце, которое она оплакивает. Поделик 0.30. Какая классная песенка. Оу. О, это Чаки-Чаки, Чак-Чак.
Чак-чак, извиняюсь, это блюдо. Вернее, сладость. Чак-чак, блин. Оу. Беги отсюда, ты не туда пришел. О, самые ужасающие фильмы пришли в нашу жизнь. Ночь ужасов от Universal. Главное национальное событие Хэллоуин. О, блин. Бедный пацан, надеюсь, он выжил. Так это японская реклама, китайская. О, блин. Бежит. Боже мой! Блин, это, наверное, самая страшная реклама. Ай, не хочу это смотреть. Уйди отсюда. Пожалуйста, не пугай больше так. Я даже на паузу ставлю, мне страшно. Ты что, аферист? Мне кажется, люди, которые смотрели эту рекламу, мне кажется, они то же самое думали, типа, о боже, пусть эта реклама поскорее закончится, ради бога, я сделаю все, что вы скажете, все куплю, только перестаньте ее показывать. Ну давайте вот с ней, да, вот видочек будет у меня такой красивый. В общем, если вам понравилось, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. О, я так хорошо испугалась. Я думала, ничего такого не будет, не будет страшного, по крайней мере, прям очень. Это же реклама, она должна, да, притягивать зрителей, а не пугать их. Но оказалось, что все совсем не так, как я ожидала. В общем, комментарии и без лайка обязательно попадут в следующее видео. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. В описании есть ссылочка на мою страницу ВКонтакте, на мой Инстаграм, на мою группу ВКонтакте, куча других ссылочек. Можете посмотреть, потыкать. О, мой глаз. Ну и на этом все. С вами была Вика. Это жуткая женщина. Всех люблю, целую. Пока, не доверяйте рекламу.